Продолжаем наш кошмарный путь. Так. Киска, иди погуляй, пока на время. Мы еще с тобой встретимся, я надеюсь. Так. И нам сюда, получается. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Фу, паутина. Все заросло паутиной. Так. Какая-то музыка здесь началась. Ну и что? Что это? Что ты? Так, я вижу какой-то выключатель, дверь. Что здесь все в колючей проволоке, непонятно. Чтоб, наверное, не залезли, не пролез никто. Джозеф, подожди! Ну, здорово. Что-то сломалось, короче. Так. Здесь можно спрыгнуть, наверное, да? Но что-то мне этого делать не хочется. Каска чья-то лежит. Чё за звуки? Так. Здесь у нас какой-то проходик, лестница вниз. По-любому нам спускаться придется, значит. Давайте посмотрим, что здесь за щитовая для начала. Потом уже будем думать, что и как и куда. Чтобы открыть главные ворота, нужна полная мощность. Так. Предохранитель. Высоковольтный предохранитель из распределительного щита. Целый можно использовать снова. Помните, да, в оригинальной игре мы как-то делали такие штуки всякие с предохранителями. Так. Ну, можно вот вставить в любую. Ну, давайте с первой начнем. Так, показали, что-то открылось, но ничего не видно было. Открылась дверь. Так, здесь у нас ничего. Блин. Банки эти пугают. Куча мусора, блин. Какие-то свалка какая-то здесь мусорная. Так. Здесь какие-то большие ворота. Снова пупс у нас здесь. Пупс поплыл. Так, лестница туда и проход сюда. О! Прикольно. Ну, давайте посмотрим. Еще одна лестница. Что-то, наверное, обход какой-нибудь. Так, одним глазком. А, нет, сейф, смотрите, сейф. Не зря сюда пошли. Все, больше нет ничего. О!
Здесь у нас комбинация пароля получается. Сразу нашли. Так, давайте запомним. Один здесь. Один тут наверху. Рядом с ним еще один. Два. Один. Так, 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 запомнить надо. Но примерно я запомнил. Давайте попробуем. Так. Уже забыл. Все, понял. Ой, 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 ой. Не на ту кнопку нажал. Так. Так. Потом идет. Так, так. Потом здесь вот две, по-моему, да? И. Нет. О, вот так. Вот так. Все четко. Шестой фрагмент у нас. Давайте посмотрим. Мы ничего не пропустили, никаких больше фрагментов. Так, архив. Нет, все нормально. Шестой фрагмент письма. Попробуем его пихнуть куда-нибудь. Так, тут надо его повернуть. Получается. Вот так вот. Ну, примерно, ладно. Пускай так будет. Потом будем поправлять. Так, еще два куска нам осталось найти. И у нас будет письмецо. И мы посмотрим, что же все-таки на нем написано. Интересно же все-таки. Не зря же мы его так по ходу игры, всей игры, всего сюжета ищем. Что-то ценное по-любому там написано. Так. Ну, давайте отправимся сюда. Так, чьи-то мозги размазаны. Так. Крутим. Одержимые здесь кушают. Кушают. Так. Ну, они за решеткой, да, получается? Они нас, наверное, не тронут, в принципе. О, смотрите. Там труп. Мумифицированный. Кровище. Блин, что-то мне так подсказывает, что они вылезут, вырвутся потом. Ого! Это жесть! Офигеть! Какие они огромные! Кстати, таких мы в оригинальной игре, помните, видели? И не очень-то они там хорошо о себе отозвались. Так, ну этот дохлый, да, получается? Всплывший. Вот этот больше похож на живого. Блин.
Вот стопудово, вот я 100% говорю, что он вылезет. Это вот еще один. Это у меня вот просто чуйка. Еще один. Офигеть. Так. Нужно пролезть. Ну да, не зря же здесь такие проходики, блин, сделаны. По-любому, вон здесь залезть можно. Ну, здесь какой-то морг, что ли. Так. Здесь дверка. Давайте посмотрим, может там что-нибудь ценное есть. Ну, ценного здесь ничего нет. Ничего я не вижу такого интересного. В принципе. Давайте зайдем в дверку. Так. И мы вышли, помните, да? На другую сторону, получается. Здесь у нас еще один предохранитель. Берем. Слышите, да? Щелкнуло, блин. Короче, жесть сейчас будет. Возвращаться-то нам. Здесь не спрыгнуть. Возвращаться-то опять. Там же. О, чует моя жопа, сейчас будет жарко. Так, давайте-ка сразу здесь вот в обход пойдем. От греха подальше. Так, ну можно сейчас вот сразу. Сразу вот сюда. Так. Ну слушайте, пока вроде я никого не вижу. Может и обойдется все. Ой, щит! О, черт! Офигеть! Дядя! Блин, ну чё, чё теперь? Куда он свалил? Аж мурашки, похоже, прошли просто. Так. Голожопик наш. Офигеть просто. Но нам по-любому туда надо. Где вот он шарится. Так, тогда значит мы делаем. Ну что-то здесь остановился-то. Так, значит. Делаем так. Его надо окликнуть, короче, чтоб он.
Ой, ё. Блин, она так и будет ходить? О-о-о! Я что-то там близко так подошел. Так. Давайте его окликнем. Так. Давайте-ка, давайте-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. А, здесь еще открывать надо дверь. Отлично. Ой-ё. А, черт. Беги, 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 Кидман, беги. Ну что ты? А, давай, 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 быстрей, быстрей. Жесть. Фух. О, что-то аж жарко стало просто. Уйди. Уйди отсюда. Что ты тут встал? Уйди. Так, куда он ушел? Блин, это было жестко. Жестко, просто жестко. Так, так, так. С какой стороны ты вообще находится? Так, чувак, я тебя понял. Попробуем его загнать чуть подальше. Ну-ка. Эй. Ну давай, что ты там, глухой что ли? Так, 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 так. Не-не-не, подальше не получилось. Так, давайте-ка. Оп. И пока он там, пока он там. Давай, 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 Кидман, давай. О, жесть. Вот это жесть. Давай, 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 давай. Ух ты! Так. Пробрались сюда. Ай-яй-яй. Успеем, нет? Нифига мы не успели. Воу-воу-воу-воу. Кидман, беги. Так, так, маленькими рывками, маленькими рывками. Так. Нам нужно сделать вот что. Надо его загнать чуть дальше. Чтобы у нас было время. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай, 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 давай. Кидман, ты успеешь, я знаю, сможешь. Давай, 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 бегом, 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 бегом.
Есть, 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 есть. Давай, 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 давай. Крутим, крутим, крутим. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Еще разок. Yes. Фу, 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 есть. Жесть, просто полная жесть. Блин, мне аж реально жарко стало. Просто. Так. Здесь-то, я надеюсь, никого? Никого. Так. Ставим второй предохранитель. И что у нас открылось? У нас, походу, ничего не открылось. Так. Значит, знаете, что надо сделать? Надо... А, так, это я все сделал, вытащил. Так. Вот так. Ух ты ж, нифига себе, я думал, вот эта дверь откроется. А у нас там что-то внизу открылось. Ну, давайте. Спускаться будем, смотреть. Так. Что у нас здесь внизу? Такого интересного ждет. Так, а что там мигает? Или нам туда надо? Мы вроде там были уже, нет? Воу, 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 воу. Тварь, а. Фу. Просто до инфаркта так довести можно. Это полная жесть. Так. Но нам больше некуда, нам только сюда, получается. В эту дверь. Так. Блин, что интересно, здесь-то придумали нам. Свечу фонариком, я ничего не вижу. Так, тут дверца какая-то. Так, ну а здесь у нас... Здесь кроме как спрятаться ничего нет. Придется от кого-то прятаться, короче. Так. Похоже на ловушку. Дверька. И тут дверь. Так, здесь у нас закрыто, значит. Идем сюда.
А, ну вот, в принципе, да. Мы... Вот. Отлично. А, ну мы были вот на той стороне, значит, где-то. Вон там. Взяли один. Все правильно. Осветился вот этот. Так. Что за фигня? Так, закрыто. Такие импульсы в оригинальной части издавал Лесли. Помните, да? Опа-на. Да ну нафиг. Ты что, издеваешься, Рувик? Воу-воу-воу-воу-воу. Блин, припёрся. Окей. Что если мы его сейчас позовем? Да, его надо позвать и спрятаться. Ой, ё, зачем ты это сделала? Так. Спрятаться. Ай, ничего не видно. Так. Интересно, он сюда зайдет или нет? Как же темно-то, а? Ладно. Я его даже не слышу. Блин, нам бы этот. Как его? Ну, он где стоит. Вот что надо было сделать. Заманить его просто в ловушку. Но, в принципе, здесь ничего сложного. Первый был сложнее намного. Опа-на. А вот это уже не есть хорошо. Так. Ой, улитка. Ха. Мы нашли еще одну улитку. Вам стала доступна новая модель. Чтобы рассмотреть ее, зайдите в просмотр моделей в главном меню. Понятно. Все будем потом смотреть. Ха, друзья. Еще одна улитка. Сколько лет, сколько зим. Так. Теперь надо понять, как бы нам... Так, а где вторая? С топором, смотрите. Кричать, я думаю, смысла здесь нет, они все ломанутся сюда. И будет
не айс. Так, тогда действуем по-другому. Так, 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 так. Где ты? Я тебя не вижу. О, теперь вижу. Так, можно, наверное, вот так туда пройти. Давайте попробуем это сделать. Здесь еще надо нажать. Блин. Надо как-то отвлечь, я не знаю. Это вообще с ножом ходит. Бутылочку бы, бутылочку. Киданул бы куда-нибудь в сторону. И все. О, так. Блин, какие они звуки издают вообще? Давайте попробуем. Давай, 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 давай. Оп. Закрывай. Фу. Быстрее, 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 пока они там не пробили дверь. О, там еще. Так, 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 а тут бежим, 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 бежим. Воу, 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 воу. Нифига так пробежали. Все, угомонились. Фу. Так, и отлично, открыли двери. Блин, вот после такого не грех сохраниться надо бы. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Трупишник. Но зато мы нашли сейф. И нашли улитку. Новую няшную улитку. Блин, я думал, еще одна. По-любому мы пропускали этих улиток. Немерено уже. Так. Что у нас здесь интересного? Какие-то документики.
Сегодня произошло нечто удивительное. Он был в числе одной из последних групп испытуемых. Очередной пациент, который, как я думал, будет нести бред и, возможно, погибнет. Пациент номер 105, Лесли Уизерс. Рубин обозначил его как бесполезный материал, но, думаю, он знал. Он знал, что я прочитаю его записи. О чем еще Рубин много мог мне лгать? Но этот Лесли, он вернулся, будучи в полном спокойствии, и смог обстоятельно описать, что с ним произошло. Его уникальная патология позволила ему перенести погружение в STEM без негативных последствий. Им неизвестно о его существовании, но без сомнения, он ключ ко всему. Объединив сознание, я смогу вместе с ним погрузиться в STEM и, возможно, даже нейтрализовать наиболее неприятные его аспекты. Благодаря ему я смогу сам воспользоваться той технологией, которую помогал создавать. Мёбиус убедится, что я ценный сотрудник, и назначит меня на еще более ответственную должность. Вот оно что, да? Все из-за повышения, из-за своей выгоды. Всю эту фишку замутили. Доктор Хименес замутил. Джозеф, ты цел? И ты тоже, слава богу. Себастина не видел? Нет. Может, вернемся и поищем? Нет. То есть, давай сначала отсюда выберемся. А потом будем думать о Себастье. Мы сможем открыть ворота? Вряд ли нам с тобой хватит сил. Джозеф, осторожно. Все нормально. Поищи, нет ли тут где-нибудь другого выхода. Блин. Вряд ли у нас много времени. Постарайся найти выход отсюда. Правда, что ли? А, помните, да, это место? Мы сюда пришли с Себастьяном. Помогали отстреливаться, пока Кидман с другой стороны, что ли, там делал что-то. Или что-то такое, короче, не помню. Но... О, котопёс. Можно сохраниться. Отлично. Отлично. А там чё? Улитка или чё это? Или это чьё-то лёгкое? Ну, давайте сохранимся.